Так. Привет, на канале Patrick Music, меня зовут Коля, и сегодня у меня на канале Здорово. новая подборка. Я решил продолжить рубрику с самыми просматриваемыми песнями. Топ-50 казахских песен по просмотрам 2011-2022. Каждой Охуенный страны топ, на конечно. Родном языке. Первый выпуск у нас был посвящен Украине. Каша, вы заебали. Подождите, дайте мне Патрика посмотреть. И вам он очень понравился. Если вы еще его не видели, то где-то вроде здесь подсказка должна быть, может быть, с этой стороны, я не помню. Обязательно посмотрите. Так какой-то чел закинет 10к, у него будет шансы 100%. Плюс он еще заберет потом эти все деньги вместе со своим. Я передумал. А сегодня у нас Казахстан. Большое спасибо всем тем, кто мне помог найти эти песни. Я делал отдельный пост в сообществе Ютуба. Вот где-нибудь тут я тоже вас всех покажу. Вы мне очень помогли с поиском всех песен, потому что в казахской музыке я не так хорошо разбираюсь, как в украинской, и мне было сложнее бы все это найти. Еще раз вам огромное спасибо. Ну и всем моим остальным зрителям, если вам действительно нравятся такие... Да давай уже, давай. Все, погнали, казахи, на погнали. Месте. Я все просмотров. Чё, блядь? Казахи вообще на месте, нет? Вы хоть кого-то из них узнаете? Я вот, например, пока еще никого не знаю. Ебать, это шум, блядь. Хуя башня, видали? Прям как у меня. Вангай? А, ладно, проведем мы аукцион на 10к, так уж и быть. Попозже. Нет, ты пошел нахуй отсюда, блядь. Я тебя не спрашивал, блядь, кто ты такой, чтобы мне что-то указывать. А я возьму и сделаю аукцион, понял, блядь? Пока ты там сидишь, пиздишь, нет, другой эти 10к себе заберет. Жопа? Даже не представляю, кто там на первом месте. Кто это, блядь? Короче, я так понял, самый известный там Раим, походу, как. Реально, опять Раим. А, бля, вот это я, даже я слышал этот трек где-то.
ТТ, да, скорее всего, там. Алло. Нормально вообще название трека. Алло. Так ты еще... Ага, блядь, шутка про BTS. Янка, спасибо тебе большое за 120 рублей. Серик Бол. Бля, вот эту хуйню тоже. Это был мем в прошлом. Это что такое, блин? Ебать, псай. Надеюсь, вам жук, понравилось. Жук. Это было первое место? Надеюсь, вам понравилось. Жук, жук. И вы узнали много нового о казахской музыке. И если вы захотите... Ну, как бы, да. Ну, узнал. Но я ожидал на первом месте что-то другое. Астро Троперс, спасибо тебе за 100 рублей. Привет, Хес, поздравляю с 10-летием твоей деятельности. Ты самый адекватный.